12 победителей за год. Каждый месяц на сайте крайспорт.ру красноярцы выбирали лучшего спортсмена. Тысячи голосов, борьба за лидерство и неподдельное уважение болельщиков. Каково это быть лучшим, узнаете из следующего сюжета. Можно считать, что первый подход уже сделан. 70 килограммов в жиме лежа Валентина Нелюбова берет запросто. Еще бы, ведь это, на первый взгляд, хрупкая женщина, чемпионка мира по пауэрлифтингу. 2011 принес ей немало побед, и вот самые значительные. Мы в этом году на чемпионате России заняли второе место. Ну, так получилось, что отбор на чемпионат мира мы все равно прошли. И на чемпионате мира в Австрии по жиму лежа мы заняли первое место. На счету спортсменки не один мировой рекорд. Секрет успеха Валентина раскрывает с улыбкой. Если заниматься чем-то, то заниматься этим с полной отдачей, достигать максимальных результатов. Так что эти награды – результат воли и упорства. Тренер Валентины рассказывает, она сильная женщина. Упертая. Ей приходится доказывать, что надо делать именно так, а не по-другому. Это было на начальном этапе. Потом, наверное, появилось просто доверие к тренеру. Знакомьтесь, это Алексей Базанов. Сегодня лучший бомбардир Енисея в 2011-м в одной команде с детьми. Нападающий дает мастер-класс, показывает финты и обводки, а еще вспоминает, каким был 2011-й. Могли маленько повыше быть в турнирной таблице, а так все нормально, в принципе. И забивал, и команда неплохую игру показывала. В футболе Алексей 6 лет. За годы спортивной карьеры у молодого человека появился девиз, который помогает всегда. Работать, работать, еще раз работать, и все будет хорошо. 2011 для молодого хоккеиста Павла Курдюкова стал началом нового жизненного этапа. Спортсмен сменил Челябинск на Красноярск. Более того, защитник «Сокола» на новом месте уже успел выиграть звание лучшего спортсмена сентября. Это не мой личный результат, а командный. Молодой человек торопится на лед. За опоздание – тренерский выговор. Иначе никак. Ведь главное для спортсмена – режим и дисциплина. Так что новогодние праздники как нельзя кстати. Можно будет расслабиться на законных основаниях. Мы со своей любимой девушкой домой решили не ехать. Будем проводить его в Красноярске. Хочется тишины, побыть дома. И так редко дома бывает. Мировые рекорды, личные достижения и другие радости жизни. А каким был ваш 2011-й?